Всем привет! Представляю перфоратор Makita HR4501C. Это профессиональный инструмент с двумя режимами работы – сверление с ударом и долбление. Перфоратор оснащен двигателем на 1350 Вт и патроном SDS Max. В режиме долбления энергия удара достигает 13 джоулей. Это делает инструмент пригодным для тяжелых работ. При помощи коронки в бетоне можно пробурить отверстие диаметром 125 мм. Если необходимо длительное долбление, ползунок можно зафиксировать. Скорость плавно регулируется от 130 до 280 оборотов в минуту. Из других плюсов отмечу плавный пуск и поддержку стабильных оборотов под нагрузкой. Эффективное гашение вибрации повышает комфорт при работе. Световой индикатор сообщит о неисправности кабеля или износе угольных щеток. В комплект входит кейс, ограничитель глубины и дополнительная боковая рукоятка. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.